С японским боевым искусством в Сочи знакомы уже 26 лет. Некоторые воспитанники местного клуба хорошо знакомы с главным гостем и организатором фестиваля, сенсеем Луи Ван Тыгемом. Шихан Седьмой Дан – куратор Крымской федерации айкидо. В Сочи он приехал со своими учениками из Бельгии и Марокко. Два дня они оценивали участников и делились своим мастерством. Айкидо не соревновательный вид спорта. Это что-то между философией и языком тела. Борьба, настроенная на контакт с человеком, а не на причинение физических увечий. Здесь нет агрессии. Главное – почувствовать энергию внутри себя и применить силу только в случае необходимости. И отмечу, я восхищен уровнем участников фестиваля. В фестивале приняли участие около 200 человек, 80% обладатели черных поясов. Это представители школы, академии боевых искусств, клубов и федерации айкидо из 7 регионов нашей страны, а также Абхазии и Луганской Народной Республики. В роли организаторов совместно с сочинским клубом выступает межрегиональная федерация айкидо Айкикай Республики Крым и города Севастополь. После воссоединения Крыма и Российской Федерации с Россией мы в коей мере решили объединить группы именно Сугана Сэйча Шихана и провести первый памятный семинар в его честь. Цель – это повышение мастерства и проведение аттестации студентов, в принципе, разных организаций участников. В программе фестиваля показательные и вольные выступления. Теперь международный фестиваль «Лазурная ривьера Сочи» станет ежегодным и будет проводиться в мае. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.